Новосибирска совсем скоро появится новое лицо на главной площади десятилетия. Начался второй этап реконструкции в рамках программы формирования комфортной городской среды. Такого масштабного ремонта не было со дня основания города, которому на минуточку 43 года. По большому счету подрядной организации придется полностью делать городскую площадь чуть ли не с нуля. Строители снесли бульдозером все, что там было. С началом ремонтных работ на месте остались только табличка с названием города и стела. Да, мы заново будем делать перепланировку здесь обязательно. Ну вот начали мы сейчас с демонтажа, вывозим мусор строителей в виде бетона. Здесь будет у нас меняться вывеска новая, стела будет у нас облагороженная камнем из краспана. Но, скорее всего, это будет керамогранит разных цветов, разных оттенков. За годы существования стелу штукатурили, белили, красили, но достойный вид она сохраняла лишь до первого дождя. И вот, наконец-то, мечта горожан осуществилась. Главный символ города приводят в порядок, и подрядчик дает гарантию на многие десятилетия. Система как бы вентилируемых фасадов. Она долговечная, гарантия на нее порядка 50 лет. То есть надеемся, что хватит надолго. По проекту мы должны завершить 15 сентября, но думаю, что управимся намного раньше. На второй этап благоустройства этой общественной территории выделено почти 6,5 миллионов рублей с федерального и краевого бюджетов. За лето предстоит сделать многое. Обустроить 5 зон отдыха, каждая из которых для определенной возрастной группы. Сделать пешеходные дорожки и фонтан, уложить новый асфальт, обустроить зону для маломобильных людей, установить новые скамейки. Дополнительно администрация города проведет контракт, торги на 1,2 миллиона по озеленению вокруг, озеленению территории. То есть устройство еще будет пешеходные зоны и озеленение. Поэтому это вот тоже в этом все году. Без изменений на площади останется только детский городок. Его сделали в прошлом году тоже в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды. Сейчас это, пожалуй, самый яркий уголок в Лесосибирске. Это очень большая радость, потому что еще несколько лет назад мы об этом не могли мечтать. И спасибо всем тем людям, от которых это зависело, что средства выделяются именно на такие благие цели. В общем, просто здорово. И я думаю, что нам надо уметь быть благодарными. В этом году строительные работы на площади не закончатся полностью. Запланирован и третий этап – обустройство ограждения вокруг всего общественного пространства и многое другое. Анжелика Александрова, Степан Крисанфов, Енисей, Новости.